Меня зовут Виктория, у меня модель зовут Юля. Данный макияж предназначен для выхода в клуб, для вечеринок. В общем, для начала я использовала тональный крем, основу, чтобы убрать недостатки лица, прыщики, морщинки. Я сначала сделала светлый тон тоналки, потом сверху наложила тональную основу потемней. Это височные зоны, скуловые зоны и подбородок. Затем я положила румяна, более темнее, она идет цвет из окна, потому что у меня модель блондинка, она более выделяет. Данный макияж темный, так как этот макияж используется в клубах, чтобы не терялся макияж, взгляд был более такой пронзительный, дерзкий, поэтому мы использовали темные тона. Для начала я делала брови темные, затемнила, так как любой макияж начинается с бровей. Сделали темные брови, затем провели светлую линию на нижнем веке. На нижнем веке изящную такую, она не толстая должна быть. И удлинили ее как стрелочку. Вот так. Затем я карандашом делаю цвет линии над ростом ресниц. По линии роста ресниц карандашом. Почему мы делаем карандашом? Потому что можно исправить, если что-то вдруг вот так. И снизу мы проводим почти такую же линию. Поверх верхнего века мы наносим светлые белые трехметровые тени. Сверху мы наложили темные тени, затемнили уголок глаза. То есть, чтобы придать объем, выразительность еще раз. Мы выбрали черно-белые оттенки, чтобы подчеркнуть ее темные глаза. Поверх черного карандаша мы проведем подводкой, чтобы получилось ярко. И снизу тоже проведем подводку. Сверху добавим блеска в уголки глаза. Сначала берем крем. Чуть-чуть крема поверх теней, чтобы блески хорошо держались в течение всего вечера, не осыпались. Наносим в движение, не растираем, а прихлопываем. Затем, чтобы добавить более такого авангардного эффекта, мы наносим крем. Скулную часть, также большой кистью. Наносим блеск. И в заключение мы делаем светлые губы. Так как у нас идет акцент на глаза, делаем светлые губы. Сначала нанесем помаду.
чтобы дольше держался блеск на губах. И затем нанесем сверху блеск. Так как блеск он всегда был в моде. И более нежный добавляется оттенок. В общем, все, модель готова. Выходу в клуб.